Во время танца я живу, я себя очень хорошо чувствую, очень прекрасно. Просто бодро. Когда ты находишься на сцене, перед тобой много зрителей, отдаешь много энергии зрителям, положительный, хорошо танцую, двигаясь, получаешь обратно столько позитива, и как бы я не могу вам описать это чувство. Это просто жизнь, это круто, это весело. Главное, прежде всего, это желание. Я вам могу сказать это точно. Потому что мартышки танцуют, медведи танцуют, животные танцуют, а это человек, он умное существо. Поэтому главное желание и целеустремление, потому что без желания не научишься. Потому что это не легкий труд, это физическая нагрузка, очень серьезная причем. Поэтому я считаю, что главное желание.